Дніпропетровськ – індустріальне місто. У нас багато підприємств, де працюють звичайні працьовиті люди. Але з кожним роком мешканці мають все більше бажання перетворити його з індустріального на культурний мегаполіс. Цьому сприяє поява великої кількості мистецьких заходів. Однією з таких подій є фестиваль нових медіа та аудіовізуального мистецтв у міському просторі «Конструкція», який відкриється цими вихідними. З якою метою цей фестиваль проводять та що чекає на відвідувачів у цей раз? Привідкрити завісу сьогодні до нас завітала соорганізатор та програмний координатор фестивалю Юлія Овчаренко. Добрий вечір. Добрий. Ну, давайте спочатку, що за фестиваль, що ви задумали проводити, розказуйте. Да, с удовольствием в который раз расскажем об этом фестивале. «Конструкция» проходит уже в третий раз в Днепропетровске. И фестиваль по-своему уникален как для города, так и для Украины. Он объединяет в себе и вопросы градостроения и развития города, и современное искусство, и новые технологии, новые медиа, как самый такой актуальный инструмент искусства в данный момент, который отвечает динамике времени. Uh-huh. Вот. И вот с помощью всех этих компонентов мы стараемся говорить о Днепропетровске, о его культурных возможностях, о потенциале и о том, что у нас уже, в принципе, в городе есть. Кто придумал и кто вот такую идею решился воплотить? Идея принадлежит нам, жителям Днепропетровска, то которые есть вы просто обычные люди, жители, вот взяли и объединились и проводят. Да, ну насколько обычный житель может сделать своей работой хобби, культуру, развивать культуру и искусство в городе, вот так мы объединились в общественную организацию «Культура медиально», угу. которая ставит свои миссии развития современного искусства, культуры и новых технологий. Ну вы сказали то, что в Днепропетровске есть. Что вы увидели, что есть в Днепропетровске интересного, что стоит внимания показа на подобных мероприятиях? Мы работаем со знаковыми локациями в городе, то есть теми местами, которые имеют какое-то историческое, культурное или архитектурное значение. Очень часто это места полузаброшенные или подзабытые, которые требуют актуализации, просто требуют достаточного внимания к себе, чтобы Uh-huh. рассмотреть получше, понять получше или увидеть с другой стороны. Вот. За 2 года мы проработали уже больше 20 таких локаций, каждый раз берем новые, чтобы показать по-новому или даже нам самим интереснее открывать в городе что-то новое. Ну, например, приведите примеры, какие это локации. Мы работали и с аквариумом на Монастырском острове, и со зданием планетария. И вот второй раз уже берем здание Южного железнодорожного вокзала угу. в работу. И органный зал задействовали, и дворец Ильича, который сейчас в полуразрушенном состоянии. Работаем мы просто с городским пространством, которое ну, по-всякому может функционировать, быть более комфортным для жителей или быть более интересным. По-всякому это как? Что там? Вы делаете там какие-то выставки, вы делаете там какие-то мероприятия. Ну вот есть дворец Ильича, например, да, или, ну, я, скажем, я слышала о Южном вокзале, да. Например, дворец Ильича пустует, разваливается. Что интересного, каким образом вот вы привлекаете внимание? Да, вот вы правильно сказали, пустует, разваливается, угу. это есть его проблема. Само здание дворца имеет громадную культурную ценность, архитектурное значение. К сожалению, город его теряет в данный момент. И исследовательский проект, которым в прошлом году занимались художницы и творческая группа, был как раз и посвящен исследованию ценности этого места именно для жителей Днепропетровска. Угу. Больше месяца они общались с людьми района, в котором находится дворец Ильича, и выясняли историческую память, да. перспективы, желания. Вот. И все это вылилось в мультимедийный проект, который всего там пару ночей находился на этом месте. Можно было приехать, как раз увидеть его. Это место обычно непривлекательное, да, но и услышать истории о жизни дворца Ильича и истории жителей города, которые, что они о нем думают. Угу. Ну, я могу предположить, что думают, а что желают увидеть на этом месте, вот интересно. Ну, как мы знаем из опыта мирового, культурные места очень хорошо развивают инфраструктуру города. Там, где появляются места культурного значения, да, сразу же меняется и настроение жителей, и атмосфера вокруг. Это влияет и на повышение стоимости жилья вокруг. То есть это в любом случае это улучшает атмосферу в городе. Ну и мы должны обращать внимание на функции этих мест. То есть это те возможности, которые у нас появляются между домом и работой.
работой, а это возможности для общения, взаимодействия, коммуникации и, собственно, культурного образа жизни. Ну, все-таки вот люди, вы сказали, что опрашивали людей, что они хотят видеть на этом месте. Ну, я надеюсь, ну, не супермаркет. Нет, конечно. Хотят видеть возобновленный дворец Ильича. С теми же функциями. Да, с теми же функциями, с кружками, с возможностью качественного проведения досуга, с выставочными площадями, с возобновленным концертным залом, который так шикарен, там же замечательная акустика. И Красносельский, как архитектор, хорошо над этим поработал. Ну, вы смотрите, я правильно понимаю, что подобными проектами вы как бы пытаетесь привлечь внимание городской власти? Я ищу практическую составляющую в этом вопросе. Или что, вы людям хотите показать, что это возможно, что здесь может быть? Или как можно работать в городской власти? Что конкретно? Наверное, все, о чем вы сказали. Да? Потому что каждый раз любое место находится либо в муниципальной собственности, либо в частной. Но и роль самих жителей очень велика. Если человек выражает желание что-то изменить, то он этим самым показывает это желание к собственнику, будь то город или частные собственники. Вот мы хотели бы, с одной стороны, активизировать жителей, чтобы они больше узнали возможностей, больше форматов новых, как, чего можно вообще хотеть. Да? То есть мы с помощью современного искусства показываем, что возможны совершенно оригинальные формы использования мест, к которым люди привыкли вот с их старой функцией. Ну вот смотрите, в названии фестиваля есть слово «медиа» и «аудиовизуально». Можете объяснить конкретно, что, какие новые направления вы там показываете? Конечно, с удовольствием. Современные технологии, в первую очередь компьютерные, позволяют художникам очень серьезно расширить свои возможности и показывать то, что вот скульптурой или живописью уже не достичь. Вот. Мы работаем очень много с компьютерными технологиями, с визуальными эффектами, с видео и фотографией, как уже более классическими медиа, но все-таки они считаются новыми медиа в искусстве. Кто участники? Кто этим занимается? Мы стараемся приглашать в Днепропетровск художников, которые известны в Украине или за ее пределами. В этом году мы работаем практически на 80% с зарубежными участниками, артистами. Мы их смогли привести благодаря партнерским связям с культурными институциями международными. Вот. Мы работаем как с музыкантами, так и с изобразительным искусством, медиа-искусством. То есть, наверное, проще будет это на примерах объяснить, что ждет. Давайте примеры один хотя бы. Есть у нас немножечко времени. Вот в этом году к нам из Японии приехал художник Кента Накагава. Мы были готовы его пригласить уже в прошлом году, но ресурсы появились только сейчас. Вот, и он приехал в Днепропетровск за свой счет с 80 килограмм техники из Японии, да, и сейчас мы занимаемся как раз инсталляцией его проекта в здании филармонии. Это будет пространственная инсталляция, которая в себя включает и сам объект очень интересный, называется Inner Mind Architecture, то есть архитектура внутреннего ума. Здесь будет и проекция, и звук, и участие дыма, и само как бы пространство, в котором мы это делаем, им заиграет по-новому. Это будет зрелищно. Да, это будет достаточно зрелищно. Ну, правильно понимаю, что рассчитаны на зрителей любого уровня, подготовки, конечно, возраста, да, то есть это вот горожане, которые проявят интерес к этой теме. Конечно, да. Мы стараемся как раз и нести какую-то просветительскую функцию, то есть показывать то искусство, которого в городе нет, но оно достаточно хорошо расширяет и эстетические взгляды и позволяет что-то новое для себя открыть, увидеть. Ну, коль уж мы говорим, что это фестиваль, это все будет проходить в один день или это из нескольких там вот частей, этапов, да, как-то складывается? Конструкция традиционно проходит целую неделю. Состоит из трех направлений. Это аудиовизуальная программа, то есть то, что можно увидеть как в виде шоу и восхититься этим. Музыкальная программа — это концерты, это слушательные либо танцевальные проекты. И художественная программа — это, собственно, работа художников, выставки, вот то, что стоит посмотреть. И мы, конечно, объясняем еще то, с чем мы работаем. То есть есть дискуссии, есть воркшопы, мастер-классы, на которых можно побольше узнать о современном искусстве и новых технологиях. Ну, я так понимаю, ваша цель — привлечь зрителей.
правильно? Ну, зрители, участников. Конечно. Тогда приглашайте, говорите, где и куда можно приходить, и где можно программу посмотреть подробнее, да, чтобы, возможно, не все мероприятия посетить, но хотя бы то, что возможно. Ну, конечно, сразу советую брать отпуск и ходить на все, потому неделю, что конструкция, да, бывает раз в году. Да. Начинается с открытия спецпроекта 29 мая на Южном вокзале, а официальное открытие 30 мая, вот как раз выставки Кенты Накагавы в филармонии. И целую неделю до 5 июня фестиваль будет в разных локациях города. Программу можно увидеть на официальном сайте constructionfest.com, и уже всюду и на городских порталах, и печатные брошюрки с рекламой, реклама по городу уже есть, потому будем рады видеть на всех направлениях фестиваля. И я надеюсь, погода будет способствовать. Обещали дожди у нас в ближайшие дни. Ну, я думаю, что как раз вот с дня начала такой зрелищной части все будет хорошо. Мы тоже на это надеемся, но пускай погода не пугает. Открывайте город для себя в любом виде, он прекрасен. Спасибо большое вам за участие и удачи вам в проведении вашего фестиваля. Спасибо большое. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, ми говорили із Юлією Овчаренко, нагадаю, що у Дніпропетровську пройде новий фестиваль медіа та аудіовізуального мистецтва у міському просторі «Конструкція». І ми рухаємося далі.